совершенно странно, что этому отведен только день. Но, в принципе, как бы, я думаю, об этом можно думать постоянно. Вот. А пока я сюда шел, я столько всего вспомнил из своего какого-то детства, юности. Вот. Мне показалось, что я иду на какой-то отчетный концерт школы номер 14. Своей школы, в которой я учился. Потому что атмосфера здесь настолько легкая какая-то, свободная, совершенно непринужденная. Да, под музыку неприятно. И я прям благодарен вам, что вы вот так вот собрались, организовались и, в общем, совершенно без протокола, все вот как, знаете, просто, абсолютно. Давайте как-то возрадуемся, что ли, лету, первому дню, наконец-таки! Ого! Вот это... Ура! Тоже вас люблю. Тоже вас люблю.